коллега Константин Генич. Поскорее бы начало, все заждались. Для товарищеского матча не столь важен настрой, сколько важно проверить готовность состава и взаимодействие игроков на поле. Такие встречи всегда краеугольный камень подготовки команд. Очень уверенно он идет вперед с мячом. Коллега Константин Генич. Поскорее бы начало, все заждались. Для товарищеского матча не столь важен настрой, сколько важно проверить готовность состава и взаимодействие игроков на поле. Такие встречи всегда краеугольный камень подготовки команд. Очень уверенно он идет вперед с мячом. Есть у него место для движения. Ну и делать тут что-то надо. Тут нужно было просто попасть, а он не попал в створ. Игра только началась, пока еще не все получается у игроков. Коллега Константин Генич. Поскорее бы начало, все заждались. Для товарищеского матча не столь важен настрой, сколько важно проверить готовность состава и взаимодействие игроков на поле. Такие встречи всегда краеугольный камень подготовки команд. Очень уверенно он идет вперед с мячом. Есть у него место для движения. Ну и делать тут что-то надо. Тут нужно было просто попасть, а он не попал в створ. Игра только началась, пока еще не все получается у игроков. Коллега Константин Генич. Поскорее бы начало, все заждались. Для товарищеского матча не столь важен настрой, сколько важно проверить готовность состава и взаимодействие игроков на поле. Такие встречи всегда краеугольный камень подготовки команд. Очень уверенно он идет вперед с мячом.